всім мисливцям та риболовам і всім любителям природи. Ми знаходимося на виставці і я прийшов до стенду наших партнерів Leroy. І от Юра, будемо ми з ним сьогодні спілкуватися про те, що у них є новинки і старі, скажімо так, речі, які топові стали. І давай, Юра, розкажи про ваше, можливо, хтось не знає з вас слова, і погнали по асортименту. Ну, смотрите, кто не знает, мы украинский бренд, нам 5 лет. Наше направление основное – это чехлы, сумки для охоты и рыбалки. Акцент делаем на качество, поэтому с прошлого года мы внедрили гарантию 1 год на наше изделие. Такого не делает никто, то есть купили сумку. Если вдруг у вас что-то произошло с ней, вы нам присылаете, мы либо меняем, либо ремонтируем, либо возвращаем деньги. То есть это на сайте четко написано, и мы эти условия соблюдаем. Таких прецедентов нет. Было две поломки у людей, они об этом не знали, написали плохой отзыв, мы им перезвонили, сказали о том, что у нас же есть, можно вернуть. Они, о, класс, мы им отправили новые вещи, они счастливы, довольны, написали новые отзывы о том, что... Все будет. Да, 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 все. Вот. Наверное, по новинкам. Давай, смотри. Давай с охоты. Рыбалки буду Юра сегодня выступать, по полюванию я. Давай по полюванию. Давай, по охоте, да. Тут привезли немного, потому что мы находимся в зоне рыбалки, поэтому по охоте взяли по минимуму. Что у нас новое появилось, это патронташи под 12 калибр. Вот, то есть тут Дима, наверное, лучше расскажет, да, в чем тут. Что, был огляд наш на канале. А, ну да, точно. Самий плюс, те, що я відзначав, це фурнітура. Дійсно, вона така, що треба, не знаю, лупити добре, щоб її зламати. І, звісно, ширина патронташа, ну, дуже комфортно, він на мисливцю сидить, взагалі шикарно. Два кольори, я розумію, є олива, чорний, олівковий, да. Бюджет який? Він зараз стоїть 299 гривень. 300 гривень, ну, ребят. Якісний матеріал і за 300 гривень. Да, в середині сітка тут і поролон там ще. Да, він м'ягенький. М'ягенький, да. Не ріже. Да. От такі, от така новинка. Давайте немного про чехли для оружия. У нас сейчас есть три линейки основные. Это SV, Elite и Protect. То есть Protect вот перед нами, это самое, скажем так, топ. Называем его двойная защита, потому что в середине слой изолона, 8-миллиметровый химический изолон, он более плотный, не такой, плотнее, чем тот, который используется в строительстве. И сантиметровый слой поролона. То есть ружье лежит, ему удобно, хорошо, тепло, мягко, а снаружи от ударов защищает вот этот плотный изолон. В середине ставим более плотную ткань, специально по краям, потому что это слабые места, ложишь ружье, всегда вот тут перетирается, и там в конце сезона будут тут уже дырки. А если есть такая ткань, то чехол служит долго. Липучки, крепление ружья. Есть продукт, который мы разом с хлопцами разработали. Я його вже весь сезон від'юзав, це сумка для мисливця. Можливо, комусь там форма не сподобається, але повірте, по функціоналу вона досить сильно виручає мисливця, який десь відходить від машини, або, ну не знаю, мені всі мої види полювання, де я був, вони дуже сподобались. Доопрацьована сумка, в мене це був, типа, прототип, можна прототип, так сказати. Прототип, да, це перший варіант, да, це вже улучшене, всі нюанси учтені були. Із нюансів. По резинці тут 8 патронів, чітко вже ми з 8, да, 8. Плюс добавлена ось тут, як це називається правильно? Полукольцо. Полукольцо для тараки. Тобто ви можете вийти там на голуба, перепіла, добавили сюди тараку, нести вже добуту дичину. Доопрацьовано, бачу вас тут ще доопрацьовано. У мене ходить ця лямка. А у вас от дуже м'яка, м'який ремінь, який, ну, не натирає, і ти комфортно вносиш, ну, будь-яку там вагу, яка тут є. Плюс великі перегородки, її можна забрати. Зазвичай я ставлю в цю сторону термос або бутилку води. І тут всі речі, рукавиці скидаю, все, що бутерброди, все, що необхідно взяти. От тут що, для смартфона, для телефона супер, завжди біля тебе. Для документів. І тут для певних якихось речей також є. От, звісно, палити не можна. От, не знаю, спічки, що хочеш, ну, всяко, мілочки, далі. Дуже класна сумка. По охоті от такі от. Вот, давайте вкратце, что у нас еще добавилось. Сигнальную одежду, наверное, уже видели, то есть шарфы, шапки, повязки это есть.
По одежде много добавили мы, значит, появились костюмы демисезонные, то есть зима сейчас уже уходит, теплая, уже у нас в Запорожье плюс 20, поэтому это уже, в принципе, не актуально, но такие вещи есть, то есть... Ну, оно мая будет да. дома, так что... Конечно, вот, вот такие модели есть, классическая горка, потом вот такие вот, это уже так... Курточка, да? Да, это ткань мембрана 3000, то есть дышит, воду не пропускает, влагу выводит. Это полностью ваше? Да, 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 то есть это все тоже мембранная ткань в оливковом, в черном цвете. Вот. Модели причем очень удобные, тут куча карманов на рукавах, вот посмотрите. Закрытая молния. Не протекает. Не протекает, да. То есть капюшон, ну, это вот как раз для весенней дождливой погоды. Я сразу бачу, що можна використати, наприклад, цю оливку. Ну, а рибалки, я розумію, для рибалок це якусь погоду трошки. Так, звісно, отлично, для рибалки. Звісно. По дощу, як витримаєш? Звісно, вона буде жати, ця мембрана, да, вона буде жати. Слой такий, да, фліс, это вот можна потуже курточку одеть, если холодно, да. А класные модели тактических брюк. В черном, в синем и оливковом цветах они есть. То есть модели действительно классные, удобные. Тут все нюансы учтены. Но, в общем, те, кто ими пользуется, знают, что в них должно быть. Вот. Стяжки есть внизу. То есть все карманы нужные, сзади карманы. Все это есть. Вот. И новые модели, да, жилетов с панкратошами появились у нас такие. Ассортимент вас расширяет. Да, 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 да. Добавляем, стараемся максимально, и причем и в охоту, и в рыбалку везде стараемся. Но везде, если делаем, то стараемся уже делать качественно, то есть не в количество идти, а именно в качество и в нужные вещи, которые нужны людям. А, рыбалка еще. Давай, пойдем тогда туда. Как быстрее найдется. Все, что полностью выдаю, все в твои руки, давай. По рыбалке очень много, буду вкратце, потому что то, что у нас есть, это уже знают. Давайте по новинкам. То есть неделю назад изготовили вот такую сумочку. Она, значит, для крючков, лесок, аксессуаров, инструментов. То есть вяжете поводки, взяли поводочницу, эту сумку у вас перед глазами, все крючки. 12 карманов с этой стороны, 12 с этой. В каждый влазит штук по 5 пачек крючков. Здесь карманы для лески, все прозрачное, специально, чтобы можно было видеть бренд, видеть размер. Видишь, что закончилось, что нужно взять, очень удобно. Здесь карман, чтобы можно было крючки россыпью хранить в коробочках. Здесь инструмент, крючковяз, петлевяз. То есть в середине, снаружи, вот как он выглядит, в оливковом цвете и в черном цвете. Вот, сейчас одна штука, то есть по предзаказу их будем отгружать где-то там, ну, через 2-3 недели изготовим партию и будем продавать их. То есть, ну, спросом очень пользуется на выставке, всех заинтересовала эта модель. 19 рублей. Уже есть, да. То есть мы вот вы записали, то есть люди готовы сейчас покупать, но у нас одна штука. Вот, будем почту отправлять. Сделали еще вот такие сумочки. То есть внешне ничего особенного. Гибкая перегородка для чего? Берете ваши катушки. Сейчас возьмем. Берем катушечку, ложим. Перегородку выставляем как нужно. Ложим вторую катушку, третью. И у вас вы одной сумкой закрываете вопрос по хранению катушек. То есть, может быть, катушка больше, да, да, то есть вы берете, едете на карповую рыбалку, берете там две 10-тысячные катушки, положили две катушки, едете на спиннинговую, там у вас 5 катушек маленьких, взяли, поставили, раз, два, три, четыре, пять, как угодно, положили и едете. Одна сумка решает вопрос. То есть они, это средний вариант, есть еще меньше, она такая для спиннинговых катушек подходит. И самый большой вариант, туда можно, не знаю, 8 маленьких катушек положить, 3 больших, вот. По новинкам это все. Есть классика, скажем так, которая уже не один год успешно продается у нас. Это сумки для снастей универсальные. Тут крючки можно хранить. Здесь какие-то аксессуары, леска, инструмент. Сюда там фонарики, грузила, кормушки. Перегородки все перемещаются. Настраивайте, как вам нужно, под себя и пользуйтесь. То есть, это уже такая модель, как уже... Ей уже, да, ей уже где-то 2 года, да, то есть мы много на выставку привезли, многие приходят и нас спрашивают, покупают вот такую модель. То есть тоже это самый большой размер, это семерка, Tackleback 7 сумка. Есть размер номер 5 и размер номер 4. Давай я под видео залишу посылание на цю. Да, окей, окей, на эту, да, и на вот эту, да. Уже есть на сайте, да, да, пока под заказ, да, все есть. Давайте в целом по ассортименту. То есть есть у нас большие сумки для карповой фидерной ловли.
То есть туда все, что нужно, сложил, взял тубу с удочками или чехол с удочками и поехал на рыбалку. Ведра для прикормки от 100 гривен есть. То есть размеры есть маленький, средний, большой. Это маленькое самое ведро. Есть с крышкой, без крышки. Сумки для снастей. То есть, тоже это хит, топ-продаж, сумка D3. Сумки для фидерных кормушек. Вот такие. Сумки для дипов и аттрактантов, поменьше, побольше, то есть они в середине полностью пустые, сколько надо баночек сложили D5. Туда, дипы, аттрактанты. Вот, сумка D5 тоже в топ-продаж, это она на две полки, туда все, что надо, влезет для фидерной, для поплавочной, для карповой рыбалки, какую-то мелочь, это оптимальный вариант. Вот, это мы с вами смотрели уже, то есть вот сумка Tackleback, вот самая большая, меньше и самая маленькая. Вот, потом сумка для кресла, точнее на кресло, она вешается прямо. Очень удобно, то есть сидите на рыбалке, ловите, и у вас органайзер, да, то есть вот под рукой все есть. Дальше идут у нас сумки для катушек, это значит для 9 катушек модель, есть для 6, для 4 катушек, для 2 катушек карповых сумочка, для 2 маленьких катушек. Вот, вот эти сумки мы с вами смотрели, это универсальные, которые под любое количество катушек. Вот, вот это вот. Никто не знает, что это из клиентов. Все приходят, спрашивают, что это. Это покупают. Это сумка для 10 карповых катушек. То есть есть такие спортсмены, которые приезжают на соревнования в основном. И берут с собой 10 катушек, вот так вот раскладывают их там и берут с собой. Сумка для садка. Вот. И дальше у нас уже пошла, в принципе, охота. Вот, да, это мы смотрели с вами, чехлы для ружей, сумка. Тубусы для снастей, тубусы для спиннингов. Для карповых удилищ, для фидеров. То есть есть в большом диаметре это 100 мм и в маленьком 75 мм. Дальше чехлы для удилищ. Как бы это классика. Все приходят, спрашивают, любят такие чехлы, покупают. Мы сделали немножко лучше, чем конкуренты. Взяли опять же вот эту пену, которую мы обычно используем. Она более плотная и хорошо эти чехлы защищают удилища. Вот. И модель для карповых удилищ без катушек. Вот. По рыбалке это, в принципе, все. Часть, конечно, товаров мы не брали с собой, потому что это большой объем. Все у нас есть на сайте, поэтому переходите по ссылкам. Есть еще интересные модели. Смотрите. И вот эту сумочку мы разыграем. Условия простые. Подпишитесь на канал с Полом, на канал Лерой на YouTube. Поставьте лайк под видео и напишите любой комментарий. И мы выберем победителя.